новый Audi Q7 2020 модельного ряда. Монитор в нем точно такой же, как и в Q8 и во всех других новых Audi стал. И к нему мы подключаем дополнительную мультимедийную систему. Вот сейчас справа мультик, слева Яндекс.Навигатор. Любое приложение можно развернуть на весь экран, пожалуйста. Яндекс.Навигатор с полноценным штатным сенсорным и голосовым управлением. Привет, Алиса! Кроме того, любые приложения сами скачаете с Play Market, загрузите на рабочий стол и будете им пользоваться так, как будто они всегда здесь и есть. Онлайн-телевидение, все каналы со всего мира к вашим услугам в достаточно высоком качестве. Переключение задней передачи всегда будет штатной системой парковки в приоритете. Все штатное при этом осталось без изменений и ограничений. Обращайтесь, и в вашем автомобиле появится то же самое или даже что-нибудь получше.